Сегодня у нас 29 августа 2015 года. Мы работаем на плотине. Кто-то пришел. Ну, вы откуда ехали-то? А? Откуда ехали? Отсюда, на охоту, сюда приехал. Не знаю. Ну и как вы могли тут застрять-то побыть? Если вы вокруг объехали, там застрять негде. Нет, прямо я отсюда доехал прям. Непонятно, а как оттуда? Ну, объехали, оттуда ехали, и потом куда? А здесь вот прям по даме, по траве выехал. В том году я здесь охотился, думаю, ну, просто. Да, Германия приехала. У нас тут ничего такого нету, никто вытаскивать не будет. Все же вот так. Ехали на охоту. Тут каждая минута дорога, даже было бы чем, и то вряд ли кто поедет. Тут нет никого? Все же вот так это, поехали. Какая охота, когда охота еще не разрешена? Вы браконьеры? Нет, разрешена. А? А когда она разрешена? Сегодня, с утра. Она с 1 сентября разрешается? Нет. Последняя суббота, августа. Так а что у вас из Эльбрихи, а ехать по Теряевку? Зачем? Тут свои охотники есть. Тоже неправильно. Это на наши угодья, наши земли. Вы едете сюда стрелять. У нас везде выставлена стрельба запрещена. Ну там не было. Но... Ну не было, вы не видели, просто не видели. Это неправильно. Из такой дали ехать, мы же туда не едем стрелять и никогда не поедем. Во веки веков. Видите, вас просто уже подловил Господь на это. Ничего здесь нет этого, тем более. Ничего настреляли. Да, здесь. А? Сейчас свои утки нет. Три штуки убили и все. Утки? Нужны мне вам утки, стоило ехать такую беду забирать. Ну, в Германию приехал. Ну и что? Дружок, возишь. Это чужая территория совершенно. Путевка взята. Ну понятно, что вы чужой заповедник заехали. У нас заповедная зона. Тут ни стрельбы, нет ничего. Мы у каждого везде, вон видите надпись, вон написано, на территории деревни курить запрещается. И везде стрелять запрещено. Я знаю, я не курю и не пью. Я вам говорю, что у нас надписи есть. Если устарело там или упало. Этого нет. Хоть из Германии приехал. У нас в Германии приезжает, но мы к вам никогда не поедем там стрелять. У нас вообще это не делается. Ну зачем? Поехали без молитвы, так? Не помолились. Как правило, выпили. Ну, не без этого же. Ну что там говорить-то нет. Это ну, неправда. Выпили, а? Ну вот у вас просто Господь поставил на вид. Вот чтобы маленько помучились, и мы не поедем. Даже если бы было, мы не поехали бы никогда. У нас каждая минута дорога. Видите, какая работа идет? Да, вижу. Там дороги, все строят. Мы сами за свой счет делаем дороги. Не, я вам помогал. Ну, а вы как помогали? Помогали как? Нанятый рабочий. Как вы помогали? Я не нанимался. Я как? Ради вообще ни копейки не брал. Ну, а какое ваше участие здесь было? Участие? Ну, да. А сколько лес? А? Лес заготавливал вам? Ну, как вы заготавливали лес? Непонятно. Мы покупали лес. А я за машины, которые были, все платили. А чтобы со стороны кто-то помогал, мы даже такого не знаем. А как это? Быстро забыли. Ну как забыли-то? У нас это вот был директор, привезли они ну, ящики пивные, у нас не было, разбили тут все. Только и всего. И Гонин там у него лошадь купили. За привезли. Комбайн у нас купили вы. А? Комбайн где купили? Какой комбайн? Ниву. Ну не знаю. Мироворотник. Я говорю, может быть, но уже не даром мы купили. Купили, ну, ну вот, вы говорите, вы помогали. У нас, чтобы со стороны приезжали, чужие помогали, у нас этого нету. Кому мы нужны? Да? Когда вот... Первая лошадь привязали только, она прибежала, штырь в спине. Загубили лошадь, погубили. Это уже... Вот это помогали нам. Это при мне было, да, я помню. Ну так ну что тут говорит, а помогали. У вас здесь каждую ночь воруют здесь, вот только 200 литров солярки украли, радиатор сняли, аккумуляторы, помощники. Мы от этих помощников не знаем, как отгребаться. Извините, ну я... Не, но я вам говорю, как есть. Я вас не обвиняю. Я вас не знаю, как фамилия ваша, имя? Назаренко Николай. Назаренко Николай. Извините, тогда, пожалуйста, что это... Еще вы теперь думаете делать? Ну, сейчас постараюсь вытащить, выехать. Ну, постарайтесь. А покуда вы пришли сюда? А здесь вот... А? Вот здесь прошел через дорогу. Так вы вот здесь где-то застряли-то. Ну, вот здесь вот, да, в этой даме вот сюда вот. Это Рыжковский пруд, это территория деревни. Я не... Это территория деревни. Как-то вы могли забрести сюда-то. Видите, мы у вас ни документы, ничего не спрашиваем. А документы-то есть какие-то?
Есть там машина. В машине. Да? С собой-то ничего, конечно, нет. Это будет машина. Ну вот. У нас помощники каждую ночь тут воруют. Овечек тащат. Муку украли. Вот это вообще. Вот. Баллон выставили на заправку, баллон украли, канистру с бензином. Все абсолютно тащат. Это ваши безбожники. Ваши. Потому что мы христиане, и поэтому они тут стараются пакости сделать. Я христианин такой. Христианин, а бритый. А что вот бритый, это знаете. Ну, как, ну? Христос же не брился, апостолы не брились. Я согласен с вами. Женщина. Что, в доме две мамы, ни одного папы нет. Без бороды это не мужчина. Это выродок какой-то. Я католический. Я верю в это. Ну. Даже Маркс и Ленин с бородами были. Даже у этого людоеда Ленина и то был клинышек. Верю. Ну. Даже этот усатый бандит в Кремле. И то хоть что-то было. Вы правы. Надо жить по-христиански, как есть. Постарайтесь вылезти как-нибудь. Раз вы приехали, в первую очередь помолиться надо. Давайте помолимся, чтобы вас Господь вразумил. Там восток. Снимите шапку. Господи Боже наш, слава Тебе. И прости нас, и помилуй, и благослови этих людей. Найти путь к Тебе. И защити нас от всякого рода зла и греха. Да, батя. Научи нас искать Тебя. Быть полезными для других в добром деле. Дай нам истинную веру всем, что Ты умер за наши грехи по Писанию, что Твоя пречистая кровь пролита во искупление наших душ, чтобы мы жили по заповедям Твоим и никого не обманывали, никогда не лгали и не желали чужого. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Что, вам совсем не вылезти? Ну, не знаю, это попробуйте. Попробуйте. Попробуйте, постарайтесь. А? Можете что-то взять, вот у нас напилено где-то подложить. С собой пила, топор-то есть? И этот у меня есть. Ну вот и есть, постарайтесь как-то вылезти. Сегодня все перекрыто у нас, понимаете, нет? Ради вас Бог. Нас, понимаете, даже вот, чтобы бульдозер пришел, вот приезжали, сейчас осмотрели, 32 тысячи только за доставку. 32! Это вот сейчас бульдозер приходит, каждый час 1500, каждый час, почасовая. Вот, вот сейчас привезти надо песка, КамАЗ приходит, 4000 за КамАЗ. А вот эта дорога до туда, мы сами делаем, сами. Верю. Все сами. Значит, верю. До копейки. Нам ниоткуда, ни государство, никто не помогает. Мы надеемся на Бога. Видите, вот что это, мы думаем сейчас приподнять здесь трассу, чтобы выход туда был. Там прочистили. Да, здесь, да, чтобы никто не ехал, повалили дерево. Потому что едут и застревают. Мы озаботились, у нас вокруг кладбища надо ехать. С Богом. Николай звать? Да, Николай. Ну вот будь победителем. Николай, значит, победитель. Ты победишь, вылезешь. Вылезу я. С какого года? 51-го. 51-го. 50, 39, 40. Вы на 12 лет моложе меня. На 12 лет. А бороды нет. Ну это... Ну, посмотри, какие наши хлопцы. На любого посмотри. Знаю, знаю. Я хорошо знаю. У нас адвокаты, все с бородами. Ни одного безбородого нет, ни одного. Почему? Так Бог сделал. Сотворил мужчину, чтобы ты был не подкаблучник, чтобы жена у тебя в подчинении ходила, дочерей сохранил в девственности. Понятно? Да, понятно, у меня дочь ну, вот еще... Что пришел, это здорово ты сделал, пришел. Выучил. У вас телефон-то есть с собой? Да, есть, но это... А интернет есть? Нет, я этим не пользуюсь. А у сына? А? У сына? У сына есть, но... Я вам дам сейчас визитку. И тут мой телефон. Как, я вас хорошо помню. А как вы меня помните? Нет, конечно. Ну, это, конечно, давно прошло. Время много прошло. Ну, время много. 25-й год. Да, вы здесь, да. 25-й. Я, когда вы сюда переезжали, все, 90... землянки копали, ну, а землянки как? Жили. Я землянка... нам, кстати, вам помогал землянки копать. Землянки никто не помогал, тут вы хватили лишнее. Как что я одну копал? Нет, нигде вы не копали. Батюшка. Это вы забыли, наверное. Нет. Вот эту визитку дадите, вот это мой телефон. Хорошо. Вот это вот фотографирован, вот этот парень стоит, Сергей. Кинолог. Не потеряй, не сомни. Нет, так где это, и где вы землянку помогали копать? Где? В церкви. Да нет там никаких землянок. В землянке только один человек вот этот был, вон там в стороне. Вот. Он ехал. Ему никто не помогал, у него друзей не было. Он ушел отсюда, запил и выехал. А брат такой? А? Как брат?
Брат, а как его звать? Я уже откровенно говорю. Не знаете. А кем он работал, брат? Ваш. Кем он работал? У вас здесь жил, он... Я спрашиваю вопрос, кем он был по специальности здесь? По специальности он был машинист тепловоза. Кем? Машинист тепловоза был он. Машинист тепловоза. Таких никогда у нас не было. Вы ошиблись, не в то место попали. Нет, брат нет. У меня священник. В храме священник. Вот это с братом... Ну а вы говорите... Может, Павел был когда-то? Да нет, Павел никогда не был. Братьев у меня никогда таких не было. Не было. В землянке здесь никто не жил, кроме вот один человек одну зиму, и он сбежал отсюда. И никто не копал, тем более землянки. Было, что мы нанимали Шарщина, были с Вылково, привозили лес. Мы вагон лесу, ушел на церковь. Заготавливали Шарщина лес, я троллевал вам их. Вот там. Как троллевали вы? Таскал лес. Я не знаю, как вы троллевали нам сюда. За 20 километров никто не троллюет. Вот, батюшка, я прикрещусь и не буду... Нет, вы же ошиблись на кого-то. Нет, я не... Ни одного слова не сходится. Землянки помогали бы выкопать, а их землянок ни одной нет. Чего бы вы помогали-то? Дома тут такие, вот они стоят, вы посмотрите. Вот, да, здесь домов вообще не было, когда мы... 20 лет не было ничего здесь. Да. Здесь пустыня была. Я тогда приехал в Ребриху, мы с братом туда приезжали. Он фермерил, у нас купили бочки, УЭСку, зерноочистительную машину, комбайн. Да. У вас комбайн. Может быть, потом это покупали. Покупали только? Покупали. А что приезжали, копали землянки, это вы ошиблись. Я помогал делал. Кому? Где? Кто он такой? Ладно, не будем вспоминать, а то... Как не надо? Так вы... понимаете, серьез, ни одной землянки нет, во-первых. Ну, землянки это... А? Я помогал, копал. А что копали? Ну, если землянок не было, что вы могли копать, когда их не было? Ни одной землянки нету. А как вы могли копать их? Одну я помогал. Ну, кому? Я уже... Ну, сколько лет прошло... Понимаете, у нас этого не было, чтобы посторонние были здесь. А где вы ночевали? У батюшки. Да где вы там ночевали? У него потом, в доме? Да, потом у его брата, который в Киргизии, в Казахстане был. Брат в Казахстане? В Казахстане у нас не было брата. В Киргизии который. Ну и что? Вот у него ночевал. Не знаю, как он. Какая землянка? Землянки не было, вы понимаете, не было землянок. Нет, никак не могли. Этого не даже было. Когда корреспонденты приезжали, снимали... Я присутствовал. А зачем бы вы сюда приезжали и помогали? Какая вам нужда в этом? Вам платили или еще? Нет. А с чего ради вы приехали к незнакомым людям и стали помогать землянке? С чего? Вам дома делать нечего? У вас семья есть? Есть семья. Так а с чего ради вы бросили за 50 километров? Вы говорите, я не крестьянин. Я нет, чистой нет, души. Я спрашиваю. Сейчас я от чистой души помогал. Это не об этом. Зачем бы вы бросили семью к незнакомым людям, за 50 километров приехали бы помогали? Зачем? Просто такой я человек, если когда я видел, надо помочь. Вас просили помогать или да, что? Попросили. Просили помочь копать землянки? Не только землянки, лес заготавливать. Как заготавливать? Что значит заготавливать? Пилить? Ну, да мы как... готовы покупали только, нам никто не заготавливал. Вы сами заготавливали. И мы не заготавливали никогда, вы что-то совершенно не то огородите. Мы никогда не заготавливали. Мы приезжали в Вылково, и там есть свой леспромхоз, и в нем готовые нам грузили, привозили сами лесовозы. Вот только на храм у нас ушло около вагона лесу. И кто бы нам помогал-то? Этого не было, вы ошиблись, это не та местность совсем. Давай, Николай, с Богом, если вас только Николаем зовут. Батюшка, нет, ну я не могу по-другому. Вы обманули меня, может, многократно. Этого не было. Обмануть я никогда не могу. Вы, значит, ошиблись. Так, у нас были иногда забредали, ну мы их накормили и сразу на поезд отсюда. У нас ночевать никого не оставляют. Ни одного человека. Видите, сколько несостыковок.
это... Вот. Вот подготавливаем, чтобы выбрали дорогу. Да, вот здесь. Это огромная-огромная работа провести, ну, надо. Много работы, да, я верю. Так что и даже... Я помню все, как вы строили, все помню. Да? Может, это где-то в другом месте, так, другое дерево. Но этого нету у нас, не было так никогда. Как вы строили? Посторонний у нас ни один не ночевал, я вам рассказываю. Ну, все, с Богом. Это самое. Продолжай дальше. Ну, такие, брат, дела. Хорошо, что вовремя березу тот, так сказать, тополину-то свалили. Вот можно, как говорится, колючую проволоку натянуть сверху у березы. Это обман. Вот так пытаются к нам пролить медведи. Такая им нужда. Милиция обычно приезжает и говорит, такой-то сбежал из лагеря. Я говорю, а почему он к нам должен? Ну, его маршрут должен быть здесь, вот, под разными видами. Ничего этого нету. Все. Давайте идите. Вы свои, мы вас знаем. Вы с бородами, с поясами. Свои люди. На вас подозрения нет, что вы засланцы. Да. Так, давайте мы сейчас с тобой утирать.